Привет. Значит, идем исследовать неисследованное. Меч правосудия. Да, это хороший меч. Нет, не хороший. Он без дырочки. Опс. Это бзик. Пальчиковый. С другой стороны открывается. С другой стороны, говоришь, да? Ну, пошли. Bloody well found it, Harkin. I've got it. This place is the knowledge. My family might be dead. It was a map, or I'm so close. Короче, болтает, болтает. Она к родным все пытается попасть. So close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Oops. Эти привидения убиваются только элементальным уроном. Эта дверь вообще никак не открывается. Здесь монстрятина. Здесь тоже. Элементальным или вот этим тоже? И ключ от зуба, как кузнеца. Ага. Что за огонек остался? Окей. Сейфка, сейфалка. И нам уже, мне уже 20 тысяч надо. Так, а на, мне же вроде дали очко показателя. Шо? Надо его потратить. На силу. Хорошо. Я... Эта локация очень запутанная. Я ее так же, как катакомбы, на 100% не знаю. Поэтому буду блуждать тут сейчас. Глефа. Угу. А, подожди, чё? Артефакт. А, глефа, артефакт, понятно. Артефакт, глефа. Две ячейки. 111 урона. Ну, надо попробовать. Надо попробовать. Так, это дверь, с которой с этой стороны. Clearly, the rooms are like ghosts that travel between the dimensions. They form links between them and transport powers from one dimension to another. A room can bestow incredible power on the simplest of objects. But I must be careful. Handling rooms is dangerous. Блин. Не хватило. Ага.
теперь хватило. Ну тоже показывают, где что, блин, открылось. Иди пойми. Действие. Угу. Сет, наверное. Да, сет. Доспехи 105, а грифоны сколько? 81. Действие, да, действие получше. Надо его улучшить только. Так, тут ничего больше нет. Сейчас почета дам. Вроде бы нет ничего больше. Так, тут я был. Тут где-то секретик есть. А, вот. А, да, это вот эту дверь открывает, которая вообще не активна была. И тут сундук. Сундучок, ним, молот над и под. Над. Ничего, мне на него не хватает силы, что ли? Ладно. А, он урон огнем наносит еще. Ладно. Так. Куда идти-то сюда, что ли? I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? Answer must be somewhere in this tower. А, фиг с ней, пусть будет. Перчатка, задолбался мне сюда я. Ну все. В катакомбы. Точнее говоря. Как там локация это называется? Не знаю, не помню. Тяжелый такой. Тут рычажок есть, который нифига не найдешь, если не знаешь.
рычажок этот открывает вон ту дверь, которая над моей башкой на той стороне. Вообще довольно темно тут. Может быть, стоит прибавить чуть-чуть светику. Наверное. Наверное, даже вот так сделаю, да и все. Фиг с ним. Так, на ту сторону можно перепрыгнуть отсюда. А можно и не надо. Можно этого и не делать. Можно с другой стороны туда попасть. Так, я хотел, блин, надо кузницу найти. Демон-убийца, доспех для предплечья. Не успел прочитать. Так, пойду я сначала. А, ну, собственно, тут сюда и не пройдешь сейчас. То есть здесь бесполезные. Полезный проход в данный момент. Надо сходить на ту сторону. На той стороне стоит призрак. Чё пишут? А. Тут. The deer's wisdom is eternal. The mind of man. Тут еще и запечатано. Society. Ваншот, это хорошо. Так, и вот туда можно попасть вот отсюда. Мерцающий кинжал, доспех, демон-убийца. Вот отсюда можно попасть. Только аккуратненько так. Аккуратненько так вот. Хоп. Хорошо. Забрать. Бесполезные когти. Для меня бесполезные. Так. Что такое, я не понял. Собаки. Прыжок, конечно, что тот. Так. Куда идти дальше? Наверное, туда. А, туда, куда-туда. Там заперто. Ну чё, да, сюда остается чё.
А, вот и кузница, хорошо. Greetings. Значит, так. Ну что, испытаем удачу. Силы. Ну, силы это нормально. Грифон вытаскиваем. Ха. Ладно. Хотя, стоп, демон-убийца. Защита от яда, защита от огня. Ну давай защиту от... от огня. Так, я хотел посмотреть, не лучше ли будет Глефа. Артефакт. Энергия 190. Критически скорость атаки 100. 100. Память. Ну-ка, попробуем сейчас. Greetings. А, стоп, в память у нас появился меч. В память это хороший меч. Сколько он урона даст, если я с ударом удачи засуну? 176. Все равно меньше урона. 161 плюс 109. А бремя... делаем, конечно, какой-нибудь секрет про слово почву опять.
ничего уж с этим не поделаешь. Вроде бы нет. Где мне высадило, не пойму. Так, стоп. Та-дам! Ребятки, козлятки. Отошел ты. Эх, жирный. Легается еще. Смоги. Стамина. Ой-ой-ой-ой-ой, больно. Где-то мелкий еще был. Шипздик. Смотри. Крепкий. Семейка монстрячая. Так, ладно. Что у меня там с... Средняя. Ну ладно, фиг с ним. Так, вроде бы сюда идти надо. Хотя, ну-ка, погоди-ка. Остался сундук неоткрытый. Здесь вот в западной прихожей.
помер, что ли? Да. Где этот вход-то? Вот он. Блин, заперто до сих пор. Где ключ, хрен знает. Ладно, значит, это не то. Ага. Шо? Пойдем в эту сторону. Последний завет – двуручный меч. Да, последний завет, он получше будет, наверное. Если его, тем более, еще и апнуть. К этой тете надо тихонечко подойти, так. И сделать так. Оп. Оп. Ой. Сделанный. Сундучок есть. Личная легенда. Здесь закрыто. Где этот? Жирненький. Вот он. Ветеран. Еще один маг. Откуда? Так нечестно. Лежачего не бьют. Их тут двое аж, нифига себе. Хрень на них не действует. Ну, точнее говоря, действует, конечно, плохо. Собаки. Ай! Да откуда ты-то взялся? О, блин.
все, здесь я был. Да, вот эта дверь открылась, которую мы тем рычагом. Я который открыл тем рычагом. What is good for us? He may send Rogar. Obey them. He may send laws. Listen to them. Be grateful for their guidance. They know. You do not. И здесь лежит секретный предмет. Один из секретных предметов. Я не знаю, второй я найду или нет. В общем, тут наконечник посоха. В общем. С помощью этого наконечника можно сделать офигенный посох. Я не знаю, правда, насколько офигенный, потому что я не пользовался никогда. Но одного наконечника мало. Надо еще что-то. Так. Тут секрета нет, что ли? Что-то я даже не знаю. Здесь может и есть, ну-ка. Да. Нет, вроде бы. Чё, колечко молчит? Да нет, вообще-то не молчит. Чего я пробить-то не могу? Нет, не могу. Ха. Может, я что делаю не так? Ладно. Надо запомнить это место. Заперто. А, это вот здесь, наверное, что ли? Колечко-то визжало. Да, вот второе оружейное рукояти хребторез. Вот я с хребторезом. Хребтолом с хребторезом перепутал. Хребторез очень так себе. Очень так себе неплохой мечик. Правда, теперь уже не очень, конечно. Хотя он же вроде одноручный.
Ага, это шортик. Шортики. Хочу посмотреть, сколько даст. Последний завет. Безупречный. 314. Нифига себе. Ну чё, погуляю с ним, наверное. Хотя мне Глефа понравилось. Не, я с Глефой погуляю, ну нафиг. Greetings. Бремя же, да, было? 205, да нормально, чё? На босса, может, перекурю. Там босс посмешище. Так, куда идти-то сюда, что ли? With him. Так, а тут секретов нет, случайно? Ну, компас молчит. Нет, все-таки насколько твердыня помогает? Они намного меньше урона наносят. Парень, хорош стрелять, а. Ключ от правого крыла, ага. Вот. Это место секретное. Надо взять в руки... оружейный наконечник посоха. И так вот, оп. И дверь откроется. Так, зайти и забрать. Посох единства, да. Вот этот посох, он как раз и имбовый. Вроде как. У меня, правда, на него ловкости не хватает. Он еще и с пустой ячейкой. Ладно.
ты. Ах ты. Можно было и не переключаться. А, блин, сердце тирана. Собака страшная. Засунь свою глефу себе, знаешь куда? Вообще. А, тут еще сейчас будет ворожина. И, кстати говоря, да, тут же засада. Так, в какую сторону правильно идти? Сюда или сюда? Это я куда попадаю? А, это шорт. Это понятно, да. Это вот как раз вот здесь можно перепрыгнуть на ту сторону. Правда, там маг. Так, а это куда ведет? Ой, блин, да, вот здесь вот можно туда улететь запросто. Понятно, это тоже шортик. Ну, точнее говоря. Проход к костру, короче говоря. Здесь сундучило. В котором бесполезный демон-убийца. Так, здесь секретов нет, что ли? Нигде. Я ходил, но что мне надо, я так и не нашел. В общем-то, так, этих нету. 12 тысяч. Две бутылочки. 12 тысяч, две бутылочки. Ну. Ладно, надо быстрый сейв хотя бы сделать. Пофармим еще чуть-чуть. Точнее говоря, тут уже фармить-то никого. Никого. О! А, о. Это не о, это все то же самое. Так. Где же? Кто же? Может быть... А, я туда ходил. Может, вот сюда пойти? Дай.
тут вроде бы как есть... Да, вот. Бутылочка. Заныканная. С другой стороны, что, блин? Ну, туда я не знаю. Сюда что? Ну, это... Что такое? Сюда. Больше туда. А, нет, 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 не сюда. Так, эта дверь не открылась. А, во. Почему вот сейчас я ее открыл, я не понимаю. Ключи вроде не подбирали никаких. Может, и подбирали. Вечная легенда. Сокрушитель двуручный топор. Сет вечной легенды. Ну, такой себе внушительный, вообще-то говоря. Ох, ё! Я в нем как этот. Не, ребят, я в действии буду. Я хоть в нем перекатываться могу. Ладно. Я опять заблудился, блин. Мне надо пройти в место, где я перепрыгнул на левую сторону, а мне надо прямо пройти. Где это место? Хрен его знает. Вот оно, да? Да, я вот туда перепрыгнул, а мне надо прямо. Так, тут еще очередной тиран, да. Это плохо. Что-то я все равно тяжелый. Ты сдохнешь, а я дальше пойду. Вот. Нам надо дернуть этот рычаг. Ну, мне надо дернуть этот рычаг. С этого чучела отвалятся цепи. Едка придет. И убежала такая. Чучело какое-то катающееся.
появился проход сюда. А это куда ведет? Это мы дверь от... Я дверь открыл как раз с этой стороны. Ну, вот сюда надо теперь, я знаю. Только я не понимаю этого квеста, честно говоря. Explain, but this being is the only one that can take me to her. No. It's a lord, and the lords have to be destroyed. He has nothing to do with the Rogar lords. You don't understand. If you want to fight a lord, then go up there. You leave this one alone. All the more reason to kill him. No, you have to let him take me back to my family. What did your book say about it? This book is a map designed to lead me here. It's showing me how I can reunite with my family. This is a treasure beyond anything I imagined. And this being is the key to it. What? This thing? Are you expecting it to talk to you? Why I'm here. I think he is saying I don't have much time. Ладно, пускай живет. If it's that important to you. Yes. Если его убить, тут будет просто кат-сцена. Герой вот так вот прыгнет, вонзит ему в лобешник меч, ну или копье, что там. И Едка после этого перестанет со мной разговаривать. Будет говорить, иди нахрен. Завалил зверюгу. А я из клуба защиты животных. Ну и все, в общем-то, и квест кончится. Он, в общем-то, и так, по-моему, кончился, потому что я не знаю, где ее искать. Отсюда она пропала. А где она теперь? ХЗ. Может быть, надо еще что-то сделать, чтобы что-то было. В общем, как обычно. Теперь мне надо попасть, собственно, к боссу. Как туда попасть? Как туда попасть? Я не помню, как туда попасть. Как обычно. Я, как обычно, не помню. На локации чисто. Чисто-чисто. С душами 19 хватит, может быть. Ладно, перед боссом будет
костер, надо его только найти. Костер, 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 где же костерочек? Костерочек, костерок, костерочек, костерок. А, так вон он. По башке как дам дубиной. Эй, не допрыгнул. Все, да, вот костерочек. Блин. Ты еще откуда? Так, вот этот костерочек. Блин. Ну тебя нафиг. Офигеть. Не хватило чуть-чуть. Может ты добавишь? Нет, 80 единиц мне не помогут явно. Да пофиг, босс не сложный вообще. Antennas. There must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long. All the tales of people who have been in this chamber have something in common. They were shocked by something. Такс. Твердыня. Это, пожалуй, беру полегче. Четыре бутылки. Тут единственное, что можно попробовать, это ладно, пофиг. Не знаю я. Требованию к убийству этого босса. Особое требование. А, убить его оружием. Элементальным. Чё ты, зачем ты меня убил? Зачем он меня убил? Ладно, зато 12 бутылок Эстаса. Завалите. Пофиг. Еще раз попробуем.
А, тут надо, да. Я знаю, что. Выносливость. Так. Еще раз. А, тебе. Надо забыть последний удар сделать это. Клево. Грёб. На расслабоне вообще такой. Давай не тай молот, я тебя. Попал. Дамаг не наносится здесь. Интересно. Надо его добить вот этим молотом. Ну, все, наверное. Хорош. Атаки в прыжке. Атака в прыжке, обе руки исполнены силы. Вот. Такая вот атака особая. Ну, нормально. Все. Серию заканчиваю, потому что дальше... Дальше мне туда вот идти. И начнется, так сказать, заключительная стадия, но еще есть DLC.
поэтому в следующей серии, наверное, пойду. Ну, там куб почета надо дать еще и в DLC. А на этом я прощаюсь с вами. До свидания. Пока-пока.